BalconyTV. Всем привет! С вами BalconyTV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста» гости из Америки. TinaKristina, привет! Привет! Как дела? Отлично. Готова петь, играть? Готова. Что споешь нам? Песня называется «Who We Are». Слушаем. Спасибо большое. Спасибо. А расскажи, пожалуйста, первый раз ты приезжаешь в Россию с концертами или нет? Нет, не первый раз. Первый раз, когда мне было 18 лет, я приезжала. Потом, когда мне было 21. Окей, все номера. Да. Теперь мне 30 лет. И ты снова здесь? Да. А с музыкантами каждый раз с разными играешь? Сережа, я светилась 10 лет назад, тоже сразу по музыке.
сыграли пару концертов, фестиваль. Вот. Сейчас я была на гастроли с проектом по имени Brooklyn Gypsies в Амстердаме и в Венгрии. Была возможность приехать сюда. И, ну, я приехала меньше две недели, сразу познакомилась. Ну, Сережа с Колей через Шар, да. Через Олю встретила. Все ясно, и все завертелось. Да. Здорово. Отличается чем-то давать концерты в Америке или в России? Может быть, по энергетике или почему-то еще? Ну, вообще-то да, здесь люди слушают. А там нет? Ну, я чувствую, что там просто слишком много происходит, слишком много музыки, что называется overproduced music. Вот. Поэтому для меня здесь большой кайф играть. Я чувствую, что люди на самом деле чувствуют и слушают. И мы все как бы вместе. Это правда. Да. Так есть. Спасибо большое тебе. Приезжай чаще к нам с концертами. Спасибо, что поделилась впечатлениями. У нас в гостях была TinaKristina. Спасибо отелю «Три моста» за предоставленную площадку. Увидимся скоро. Пока-пока. BalconyTV.